қайырлы күн құрметті брифингке қатысушылар. Полиция департаменті бүгінгі күнде өз құзыретінің аясында отбасылық тұрмыстық саласында құқық бұзушылықтар алдын алу бойынша қызмет атқарады. Ағымдағы жылдың 19 мамырында отбасылық тұрмыстық саласында заң күшейтілу күшіне енді. Составы правонарушений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, такие как причинение тяжкого вреда здоровью, причинение вреда средней тяжести, внесли дополнительные квалифицирующие признаки, такие как совершение деяний в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. Тем самым усиливается степень тяжести преступления статьи 107, из небольшой в среднюю тяжесть, предусматривая до 3 лет, и увеличение санкций по статье 106 от 3 до 8 лет будет от ранее было от 3 до 8, на сегодня оно будет от 6 до 10 лет лишения свободы. На сегодня одна из задач полиции – это во взаимодействии с другими заинтересованными госорганами, отнесенных законом Республики Казахстан к субъектам профилактики. Это обеспечить благополучие в семьях, защитить права и законные интересы женщин, детей, профилактика бытового насилия. То есть мы должны создать здоровое общество с благоприятным климатом в семьях. Само по себе бытовая криминогенность – это явление, вызванное 80% случаев социальными факторами. Это малообеспеченность и безработица. Тут же имеется фактор алкоголизма, который отражается на благосостоянии не только семьи, но и всего нашего общества. Здесь и имеется прямая непосредственная связь с совершением фактом как бытового насилия, так и преступления в состоянии опьянения. На сегодняшний день мы определили две основные причины совершения всех противоправных действий, в том числе в сфере быта. И, как я ранее ответил, это безработица и злоупотребление алкоголем, на которые только лишь полицейских мер недостаточно. Здесь должны быть консолидированы все субъекты профилактики. Это социальная сфера, здравоохранение, образование и другие, в зависимости от источника характера проблемы и пути их решения. Вот в первом полугодии, вернее, за 8 месяцев у нас из 2024 преступлений безработными совершено 30% или 616 преступлений, из которых 78% или 481 имущественного характера. То есть почему мы здесь подвязываем к событиям причинную связь, безработица – это одна из основных факторов семейно-бытовых конфликтов. Вместе с тем, 153 безработных на момент совершения находились в состоянии алкогольного опьянения. Это не обязательно в сфере быта. При этом безработными в состоянии алкогольного опьянения совершено 9 особо тяжких преступлений. Это 4 убийства в Кокшетау 2, в Кургалжинском и Бурабайском по одному. 3 насильственных действия сексуального характера в отношении малолетних. Это в Астраханском, Ерметалском и Целиноградском. В целях минимизации преступных проявлений в обществе по причине пьянства участковыми инспекторами полиции в наркологическую организацию помещено 205 лиц. Системно проверялись 275 притонов, с которых доставлено в полицию более 300 человек. Это, в принципе, есть у нас такие жилища, где системно собираются лица с низким социальным статусом. В сентябре 2022 года в своем послании народу Казахстана президентом страны дано поручение по ужесточению ответственности за бытовое насилие. Во исполнении данного поручения по инициативе Министерства внутренних дел выработаны следующие законодательные меры. Это переход от заявительного к выявительному характеру регистрации правонарушений. Практика показывает, что жертва обращается в полицию в момент угрозы жизни либо здоровью. А по прибытию сотрудников полиции отказываются от подачи заявлений в отношении агрессора. Зачастую после ухода полиции конфликт в семье продолжается, и порой это приводит к более тяжким последствиям. Предлагаемые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытовых правонарушений. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетеля, соседей, записи камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. Окончательное решение будет принимать суд. Исключена возможность повторного примирения сторон. Сейчас в случае наличия заявления или нами составляется протокол, половина из которых
прекращается в суде в связи с примирением, либо изменением позиции жертвы. Это происходит в результате уговоров и давления со стороны агрессора, либо родственников. Теперь примириться можно будет, конечно же, в данном случае только в суде. Это позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших со стороны самого абьюзера, близких родственников его. За истекший период полиция контролировала почти 3000 лиц, совершивших правонарушения в быту, в том числе 2300 защитных предписаний, 700 установленных судами особых требований. Только благодаря тотальному контролю нам удалось удержать бытовую преступность на уровне прошлого года и добиться некоторых положительных позиций. Из общего количества оконченных в текущем уголовном деле по фактам бытового насилия 13 дел перешли с прошлого года. Это 6 убийств, 3 тяжкого и 3 среднего вреда здоровью. Одно вступление в половую связь с подростком. 19 дел 2023 года, то есть текущего, это 2 убийства, 9 тяжкого и 5 среднего вреда здоровью. Одно истязание, одно насилие сексуального характера и один вред здоровью по неосторожности. То есть статистику в текущем году из всех дел, 13 дел, это прошлого года. Если сравнивать фактическую регистрацию бытовых преступлений с первым полугодием 2022 года, то и 32 оконченных дел, то есть только 9 перешли с 2021 года и 23 были зарегистрированы в отчетном периоде 2022 года. То есть фактическое количество сократилось на 4 факта или на 17,4%. В том числе тяжких категорий на 20%. Из них сократилась регистрация причинения тяжкого для здоровья. Мы полагаем, что в целом ужесточение мер наказания за бытовое правонарушение будет способствовать в определенной мере снижению их числа, но поскольку нормы закона только ввели, будет необходим более длительный диапазон времени для качественного анализа. Это покажет время. Рахмет за внимание. Рахмет, я не считаю, что все создано, Асия Мамедрес, позовите. Салимат себе. Меня зовут Асия Масаинова, я являюсь руководителем Центра социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних ШАС в Акмолинской области. Сфера моей работы заставляет нас регулярно сталкиваться с такой проблемой, как домашнее насилие, ведь, к сожалению, это распространенная проблема. За 2022 год было зарегистрировано более 70 тысяч обращений в связи с бытовым насилием. Если же говорить о моем, о нашем центре, то уже с начала 2023 года в центре получили более 16 девушек, ставших жертвами насилия, и 35 детей. На сегодняшний день в центре проживает 7 женщин и 15 детей. В связи с распространенностью данной проблемы государство ужесточило наказание за бытовое насилие и внесли поправки в закон о бытовом насилии, что позволит возбуждать дела об административных правонарушениях по факту совершения насилия без заявления потерпевших, полагаясь на показания свидетелей и запись видеокамер. Окончательное решение будет принимать суд. Также внесенные поправки исключают возможность повторного примирения сторон. С принятием поправок примирение будет возможно только один раз в суде. Также усилена административная и уголовная ответственность. Если раньше суды ограничивались арестом, да, от суток до 5, то вступление в силу поправок виновник семейного насилия будет предупрежден либо арестован. К сожалению, в наш центр все еще приходят за помощью девушки, оказавшейся в такой непростой ситуации. Центр оказывает поддержку и обеспечивает защиту для предотвращения проблемы и помощи пострадавшим. Центр сотрудничает с органами юстиции, адвокатами, сотрудниками полиции для предотвращения повторных актов бытового насилия, помощи в оформлении защитного предписания. На базе центра мы помогаем с юридическими вопросами. Это оформление алиментов, подача документов на развод, помогаем с оформлением АСП, а также по другим юридическим вопросам. Также мы предоставляем психологическую помощь и социальные услуги, помогаем трудоустроиться и найти новое жилье. Для качественной и профессиональной помощи в центре работает юрист, который занимается непосредственно юридическими вопросами, помогает оформлять иски и консультирует нуждающихся в помощи. Для предоставления социальных услуг в центре работают специалисты по социальной работе, которые также занимаются организацией культурно-досуговых мероприятий. В центре есть также медицинский работник, который предоставляет медицинскую помощь.
а также психологи оказывают психологическую помощь и предоставляют психологические консультации. Все свои услуги мы предоставляем для ресоциализации пострадавших лиц на безвозмездной основе.